Сайгон ТВ. И снова с вами сегодня я, главный Сайгон ТВ-нист. Сегодня мы с вами находимся в очень особенном месте. Это место особенное во Вьетнаме, потому что здесь, как вы видите сейчас за моей спиной, вы видите настоящие барханы. Эти барханы располагаются не только здесь. Они простираются на юг на 20 километров, на север на 40 километров. Вот не считайте вот этой зеленки. И посмотрите, как их много!